Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Тосмо, к речке Дим. Тут недалеко от речки продается квартирка 2 плюс 1, трехкомнатная няшка. На высоком этаже проекта, который был сдан в 2009 году. Тут у нас речка протекает, есть даже вот черепаха, ниндзя, видите, ползет. Гуси, утки, курицы. Также здесь дядька продает свежие яйца от курицы и от гусей. Там у нас море. Тут беседки над речкой. Маленькое кафе. С одного конца до речки где-то 800-950 метров. Парк, беговая дорожка, скажем. И также в той стороне у нас парк, там зона пикника, вы можете отдыхать там. Перейти туда можно по мосту, который впереди. Я его показать сейчас не могу, деревья закрывают. Расстояние от этого места до воды, до моря 570-610 метров максимум. Сейчас они открыли водохранилище, а то так вода всегда стоит там. И очень красиво там видно дно. Можно также летом купаться. Плюс 6 градусов 12 месяцев у нас в этой воде. Итак, вот в ту сторону продолжается парк. Даже для шашлыков есть место. Можете здесь пожарить шашлык. Санузлы. Песчаный пляж района Тосмор. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Эта дорога ведет к пикникам Дим. Вот здание, в котором продается квартира. Вот маркет, в той стороне маркет Шок, Бим, фруктово-овощные маркеты. Все вот по этой улице. Переходим дорожку. Тут айдат 150 лир, есть бассейн, открытая парковка, вот интернациональный проект, здесь также живут иностранцы, в основном из Европы, Норвегия, датчане, голландцы, немцы. Вот бассейн большой, там санузлы, есть генератор. Итак, дорогие зрители, я сейчас поднимусь наверх. Цена очень хорошая, сразу скажу цену. 129 500 евро стоит эта квартира. Есть маленький торг, но есть. Показываю. Вход. Есть пандус, видели. Квартирки здесь просторные, комнатки. Мусор забирают с дверей. Так, кое-как. Есть даже музыка в лифте. Итак, дорогие зрители, я поднялся на верхний этаж этого проекта. Тут 6 квартир на этаже. Входим. В левой стороне у нас санузел. Квартира продается пустой. Бойлер это оставят. Так. Продается пустой. Это тоже забирает указочка. Санузел большой. Прихожая большая. С правой стороны у нас первая спальня. Смотрит на восток. Тут у нас 12,5 квадратных метров.
Вид с окна на горы и на соседние здания. Так, для шкафа есть место, кровать, ну да. 12,5-13 квадратных метров. Одна спальня. Теперь здесь у нас гостиная, ого, телевизор огромный. Но жаль, его тоже заберут. Тут обои. Так. Не буду показывать технику, ничего, потому что все заберут. Здесь у нас кухня. Почти как отдельная. Также отсюда вид на горы. Гостиная у нас где-то 32-33 квадратных метра. Большая. Это район Тосмур, он близок к центрам города, и тут очень хороший пляж, плавный вход в море, песок, 5 подземных прохода, так что это редкость в Алании. Тут вид на горы, вот горы, видите, просто влажность высокая, рано утром снимаю. Вид на речку Дим, которую вы видели, и на соседнее здание. Кстати, даже есть теннисная площадка и баскетбольная площадка. Это я не увидел, потому что она была позади этого комплекса. Это уже другой комплекс. Крапива. А, куркума. Так, сами поняли, что тут надо ремонт сделать. Обойдется где-то 1000 евро. Тут у нас прихожая, то есть санузел, второй санузел, сбой после куркумы, сбой мозга. Так, душевая кабинка вторая. Также можете закрыть хозяйскую комнату, отделить от другой. Спальня 17 квадратных метров. Хозяйская. Большая, не маленькая. И второй балкончик. Так, дорогие зрители, цену я уже огласил. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Всем пока-пока.